Привет! Рада, что ты присоединился ко мне на территории творчества, потому что сегодня мы сделаем очень красивую открытку с цветами для торжественных моментов. Для нее нам понадобится с тобой плотный красивый картон. У меня это вот такие листы. Двусторонняя тонкая цветная бумага. Также понадобится клейкая лента, клей ПВА. У меня еще есть термоклей, горячий пистолет. Обязательно понадобится линеечка, карандаш, кисточки. Также я буду использовать белую акриловую краску. Это может быть и белая гуашь. Мне также нужны такие красивые, яркие, декоративные клейкие ленты. Это скотч, очень красивый. И ленты. Лента белая с золотом. Резиночка. Так как у меня открытка будет внутри с цветами, и картон у меня тоже украшен цветами, я воспользуюсь таким красивым декором, как деревянные бабочки. И могут также понадобиться нитки с иголками, стаканчик с водичкой для того, чтобы мыть нашу кисточку, если мы будем что-то раскрашивать, и степлер. Ну, пожалуй, все тебе сказала, давай приступим. Мне очень нравится этот картон, он так же, как и здесь, белый изнутри, поэтому я задекорирую его внутри синей такой красивой бумагой. Посмотри, с этой стороны у меня лицевая сторона картона, яркая, лицевая сторона нашей открытки, а с этой стороны я наклеила с помощью клея-карандаша и клейкой ленты вот цветную тонкую бумагу синего цвета, отступив от края по 5 миллиметров, для того, чтобы у меня получилась такая белая кайма. Теперь нам нужны цветы. Я хочу, чтобы у меня была раскладная красивая открытка, чтобы букет у меня так раскрывался. Поэтому я беру 7 листов цветной бумаги и на каждом листе отмечаю себе по 20 сантиметров ширину и длину. То есть у меня получится кубик, цветной кубик. Теперь смотри, что мы делаем. Наш кубик 20 на 20 мы складываем уголочком. Сложили его вдвое. Получилась такая вот косыночка. Теперь складываем еще раз. Теперь я намечаю от угла, от нижнего острого угла по 7 сантиметров. А посередине где-то 9,5. Вот так. И рисую здесь лепесток. Обрезаем все лишнее. Посмотри, у нас получился цветочек. Теперь один треугольник я вырезаю. Теперь я хочу украсить свой цветок изнутри. Я хочу сделать ему тычиночки. Для этого я использую красивый декоративный скотч. Так как он уже с клеевым краем, проклеивать дополнительно его не нужно. Отрезаю небольшие фрагменты. Где-то мне понадобится на один лепесток 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких фрагментов. Мы декорировать начинаем со второго от среза. И вот такими полосочками я заполняю внутри лепестки цветка бумажного. Я бы тоже хотела сделать на своих цветах, чтобы они сочетались у меня с обложкой открытки, белый контур. И вот такие вот белые точечки, как вот здесь на этом цветочке, для того, чтобы оно смотрелось как единый ансамбль. Поэтому я беру акриловую белую краску и аппликатором или кисточкой наношу вот такие точечки. Также различные по размеру, более тонкие, более большие, маленькие, всякие. Ну вот наш цветок готов. Обязательно дождись полного высыхания краски, которой ты украшал цветок и расписывал его. Теперь что мы делаем? Мы должны этот цветочек собрать. Для этого я беру клей-карандаш или клей ПВА, каким тебе удобней. И лепесток, на котором мы с тобой не рисовали, я густо промазываю клеем. И что делаю? Смотри, я просто укладываю на него соседний лепесток, закрываю этот разрез
И в итоге у меня получается такой цветок. Таких цветов должно быть 7. И складываем их таким образом пополам. Нужно собрать наш букет, склеить его. Для этого я буду использовать клей ПВА. Выбираем центральный цветок, можно даже распределить, как они у нас будут находиться. Пока высыхает клей, давайте берем красивое декоративное украшение для нашей открытки снаружи. Для этого я использую ленту. Так как у меня внутри золото, я тоже выбрала ленту с таким золотым краем. Сложим из нее красивый бантик. Обязательно завязываем здесь узелочек. И с изнаночной стороны, чтобы был узел, я сшиваю все эти декоративные элементы вместе. Такое красивое украшение. Но я думаю, наши цветы уже склеились. Нужно сложить вдвое нашу открытку. Она довольно-таки плотная получилась. Это очень хорошо. Проутюживаем край с помощью линейки аккуратненько. Так как она цветная, красивая, яркая. Смотри, делай это легко для того, чтобы не повредить. Наносим на наши цветы 2 капли горячего клея ближе к срезам с одной стороны и с другой стороны. И вклеиваем в середину открытки. Немножечко прижимаем. Теперь, пока у нас там застывает наш клей, мы сейчас сделаем здесь с тобою такую обложечку, перетягивающую нашу и фиксирующую нашу открытку. Беру степлер и фиксирую резиночку. Посмотрим, что же у нас с тобой получилось. Аккуратно снимаем эту резиночку. И какая красота! Думаю, такую красивую открытку, подарок, букет бумажных цветов будет приятно получить каждому, кому ты ее преподнесешь. Но я прощаюсь с тобой и до новых встреч на территории творчества. Пока!